На леса Мурманской области наложено табу. С завтрашнего дня запрещено находиться в зеленом массиве Заполярья. Ограничения связаны с чрезвычайной пожароопасной ситуацией. Всего с конца мая было потушено 153 лесных пожаров, сгорело более 1500 гектаров, и цифры растут каждый день. Такой неблагополучной обстановки в Мурманской области не было последние 6 лет, поэтому в региональном министерстве природных ресурсов и экологии было принято решение до 27 августа ввести ограничение въезда транспортных средств и пребывания граждан в зеленом массиве. Лесничие формируют мобильные группы в обычные дни. Вечером патрулируют ту территорию, которая им подведомственна. В выходные дни мы рекомендуем, даже настоятельно рекомендуем, на уровне приказа лесничим работать, ну, если не круглосуточно, то близко к круглосуточному режиму. То есть сами дороги не перекрываются. Все общедоступные дороги, они действуют, шлагбаум стоять не будет, постов стоять не будет. Патрулирование будет проходить по лесным дорогам, и в случае, если будет выявлен нарушитель вот этого приказа, на него будет составляться протокол и административное наказание.